Итак, всех приветствую. В общем-то, это игра Crossout. Да, я хотел сделать вступление, но я, блин, еле-еле зарегистрировался в этом дерьме. Ну, кстати, вот это вот, вы видите, говняный графон. Ну, как бы, мы, наверное, не будем много эту игру снимать. Ну, потому что, типа, у меня слабый комп слишком для нее. Видите, какие настройки мне выставила. В принципе, что я хочу сказать, это частично Робокрафт, частично, ну, то есть с нормальным графоном, частично World of Tanks какой-то, возможно, и так далее, и тому подобное. Здесь есть PvE, что, в принципе, хорошо. Также игру один чувак сравнивал со Star Conflict, а в Star Conflict я пробовал играть так же, как и World of Tanks, но долго там не задержался. Также здесь мне, я там посмотрел, и здесь, в принципе, все оружия, в общем-то, их довольно мало на самом-то деле. То есть ты качаешься, и тебе там открывается по 2-3 оружия. И при этом я должен сказать, что они не такие уж и разнообразные. Самые разнообразные... Так, редактор аудио. Во-первых, во-вторых, окей. Так вот, что я хочу сказать, что здесь всего мало. Ну, то есть, реально, то есть, по 2 пушки каждого типа, и самые крутые там пушки, например, энергетические лазерные пушки. Удивительно, откуда они вообще здесь взялись, но идея хорошая их было добавить, потому что... Я до того, как узнал, что здесь типа такое есть, я думал, типа, а почему они не добавили, ведь это гораздо интереснее. То есть Робокрафт имеет преимущество за счет того, что типа там это все есть. Но они опять же доступны очень-очень не скоро, и то есть это оранжевые пушки самые крутые, и, наверное, нужно несколько месяцев качаться, чтобы их получить. И не только пушки там, то есть всякие щиты, еще что-то, антигравы и так далее. То есть, ну и давайте же попробуем начать играть. Вот такая вот здесь карта какая-то, миссии. И вот в бой нам предлагают. Давайте же пойдем в бой. Значит, награда. Аккорд, пулемет, домкрат, топливную бочку дают. Случайная деталь. Ну, на самом-то деле, это не обязательно, по идее, дадут нам. Иногда на наши базы нападают странные противники, беспилотные бронемобили. Пока не удалось выяснить, кто ими дистанционно управляет. Так что остается лишь отбивать эти атаки и ждать развития событий. И 15 единиц металлолома. Дождитесь начала боя. Это интересно, нужно еще и ждать. Ну, нифига ж себе. Может, игра уже умерла? Раз мы ждем даже, чтобы сюда входить. Хотя хз вообще. Блядь. Ну, не так плохо на самом-то деле. Я думал, будет хуже. В Star Conflict меньше FPS показывало. Но здесь он не плавный, блин. В Star Conflict FPS был плавный. Ну, относительно, конечно. Так, я могу стрелять. В принципе, похоже. Ай-яй-яй-яй. Так, Сергей, Доминик. А я кто вообще? Эй, это вы типа... Вы типа боты, да? Так, это боты, да? Боты! Боты, мочи ботов. О, я убил. Где еще боты? Хочу больше ботов. Так. Главное своих не мочить.
что помощь огнем. А я думал, я убил. И почему я вообще сюда полез? А, мне ж нужно защищаться, типа. На самом-то деле. Так. Куда ты полез, чувак? Ой-ой-ой. Так, так. Я лучше здесь останусь и буду в них стрелять отсюда. Я умный. Видите, какой я умный? Бляха, ну-ка ж. Так. Р. Стоп, так мне не нужно даже помощи, чтобы это делать. Так. Враг повержен. Ура, ботов повергаю я. У меня, кстати, ник, смотрите, какой крутой. Парадигмо. Слушайте, все? Или кто-то еще остался? Или это не бот? Ну, это наверняка бот, типа. Блять, вы серьезно? Мы сейчас продуем. О, господи. Чувак, что ты на... Господи, это ж надо было так умудриться. Да. И никакой награды, конечно же. Ну, в таком случае я эту игру покину сразу же. Потому что, ну вот, вы посмотрите, первый же бой, уже никакой награды. Ну, давайте еще, короче. Автоматически, кстати, перекидывает следующий бой. Это плохо, потому что вдруг ты хочешь рассмотреть все, что там было. Или это не следующий бой? Ну да ладно. Слушайте, чуваки. Вы понимаете, блин... Что бесплатно? Нужно арендовать станок. Требуются ресурсы 313 из 300. Станок доступен без ограничений. Тут что, еще и, блин, чтобы создавать детали, нужно, по идее... Зачем его арендовать? То есть эта кнопка, она бесполезна? Или же в будущем нам нужно будет арендовать за какие-то бабки станки? То есть, серьезно? Нужно донатить, чтобы крафтить детали? Чуваки, ну пиздец, конечно. Давайте, конечно, произвести. Получить вот такой вот пулемет. Ну, он лучше выглядит в более крутых настройках графики. Смотрите, можно даже продать. Текущая цена. Можно крутить. Ну, это хорошо, в принципе. Так, значит, гараж улучшить. Эй! Не, а если я не хочу это? Если я хочу, короче... Ну, сюда явно не хочу я. Так. Нет, не ты должен поворачиваться. А. Господи. Так, вот.
Вот, я могу перемещаться. Вот сюда я почему не могу ничего поставить? Так. Ну, хотя, может, это не такая уж и хорошая идея. Ну, блин, как-то безвыходно, понимаете? Мне не нравится, когда у меня тут что-то безвыходно. Ну ладно, в бой, окей. А больше ничего нету. Я, может, хочу вот сюда. Хотя вроде не написано. Миссия против выж... А, 6-й уровень. 5-й уровень. 4-й уровень. За проводами. Ага, единицы мощи требуются. Ну окей. Так, ожидание. Так. Зачем мне мини-карту смотреть? Я хочу убивать. Никого не щадить. Там, смотрите, уже с 3 кордами бегают чуваки. Точнее, не бегают, у них же ж нету ног, чтобы бегать. У них есть колеса. Чё за лаги нафиг? Этот графон прошлый век, блин. У меня даже, ну, в смысле, в настройках моих, вы ж поняли. На таком играть, это вот как в Skyrim. Я играю, и там 17 FPS. Так. Так. А где наши союзники вообще? Это одни враги. Я сейчас победю! О, господи! Или нет, не победю, зараза. Ничья? Опять ничья? Ну вы серьезно? У них, видно, кто-то был живой оставался. Ну смотрите, сколько я теперь получил. Фух, ну это лучше. Провести 5 боев в миссиях. Эй, почему я 1-го уровня? Или напарник какой-то? Тут, кстати, какие-то напарники появились, еще что-то. Задание. Опять выкинет нас туда, куда не надо. Короче, я буду иногда сюда заходить. Вы ж понимаете, это очень специфическое наслаждение. Смотрю. С таким графоном, ну вы понимаете. Вот поэтому я играю в Naruto Online, потому что, собственно,
такой графон моему компу не подвластен. Да и вообще я нуб, типа, во всех играх. Встречный бой. Так. Так. Ну, я вижу. Так, вижу тебя. Эй, чё за перегрев? Я нуб, короче. Да. Я уже сдох, типа. Потому что я оставался последним, блин. Что за бред? Новый уровень. Так. Ну и... Новый уровень у меня ж. Где уровень? Ладно, в гараж идем. О, господи. Все такое непонятное, как в каком-нибудь, не знаю даже в чем. Борт фургона, уголок малый, бампер. Вот это вот все нам нужно куда-то прилепить, потому что в этой игре так и надо делать. Механики — это не только задания, награды и разговоры у костра. Еще мы позволяем тебе создавать на наших станках новые детали из металлома. Если не можешь найти в бою нужную деталь, почему бы не сделать ее самому? Вообще меня... Вот это чё, типа, чертежи, сохранить? Ну давайте. Просто new blueprint. Офигенный чертеж, хочу вам сказать. Так, награды за репутацию. Ага. Рама. Основы машины, только к ней крепятся колеса и кабины. Прочность, масса. Так, а посмотреть можно на нее? Растворитель. Так. Вот бампер, очки мощи. Так, прочность 54, масса 74. Фигня. Масса 45. Так. Рама вообще говно. По прочности, то есть бамперов нам бы налепить себе, было бы неплохо. Так, ну и производство, вот жесть. Чё это за производство? Фрагменты мудика образ, тошнитель. Так. Миноукладчик дикообраз, скорпион, светлячок. Жесть просто. Какие-то убер вещи. А вот это вот случайный контейнер какой-то. Крафтить можно. Это тупо, типа, нужно фармить кучу металлома, кучу проводов. Ну, не так уж. Это чё вообще? Это какой-то декор желтый. А где-то... А, ну, у этих, типа, только это есть. А вот здесь, например, как вы видите, есть расширение склада, молотобой. Ну, почему не так плохо? Огнепоклонники... Дети рассвета. А, дети рассвета, я так понял, здесь у них есть... вот, у них есть энерготехнологии, видите? Круто. Генератор щита есть, например. Это просто генератор, а вот это вот защитное поле. А это пушка Тесла. Да, пушка Тесла. Не знаю, почему именно такая. Так, дальше. Сборка. У меня есть тут какие-то, собственно, число деталей 16 из 20.
Так. А как мне деталь какую-то взять? Так, tab. Ну вот. Эй! Во. Во, блин. Так, или нет? Я не понял, как мне ее поставить по-правильному. Вот так. Все. Это во-первых. Во-вторых. Бампер. Давайте защищать пушки бамперами. Потому что это очень просто важно. О, как вы видите, пушки защищаются бамперами у нас. А, он только один может быть? Что за фигня? Так, все... Металлолом. Ну ладно. А, может крафтить можно? Так. Ну крафтить я не хочу, в принципе. Так. Сохраним. И, пожалуй, выйдем отсюда нафиг. Так. О, нет, не выйдем, а войдем в бой. Фух, слишком много я не буду сразу играть. Вот, не знаю, последний, наверное, бой. Или докачаемся, давайте, до 4 уровня сегодня. И, наверное, все это будет одним видео. Или нет. Я не знаю, сколько просто времени прошло. Вроде часа не прошло еще. Так, вы вошли в канал чата. Нет, мне такое не нужно. У меня есть бампер. Поздравьте меня, чуваки. Вообще, что нам нужно? А? Я кемпер. Я люблю быть кемпером во всех играх. У меня есть помощь. Так. Так, где еще враги? Где враги? Сейчас вломлюсь так. Смело. Кто-то убил нашего. Нас причем двое. Ой, прости, чувак. Так. Так, нужно передом встать. Еее. Еще кто-нибудь? Мы просто сейчас все захватим нафиг. Победа будет первая. Помните, у нас постоянно ничья была. Да, победа. Но это справедливо. На самом-то деле игра улучшилась. Я смотрел ее обзоры прошлогодние, а она на самом-то деле стала гораздо лучше. То есть, если вас не смущает графика, вы можете смотреть вот эти вот мои похождения в Крусауте. Потому что, ну, хотя, блин, я вряд ли буду часто заходить. Слишком много дел в Наруто онлайн. Так, следующий бой через... Ну, ладно, пусть будет следующий бой, короче. Нам, кстати, там что-то дали, чи топливный бак, чи генератор. Ну, мне пофиг, у меня и так устраивает пока что. Нужно больше металлолома и другого говна. Ой, а это чё? Новая карта какая-то.
забавно. Видимо, я типа стал таким крутым, что меня на новую карту поставили. Эй, чувак, прости. Так, так, так. Встречный бой. Бамс. Поддержка огнем. Да, я люблю поддерживать огнем всех. Меня убили. Слушайте, так скоро вы там того? Ну мы побеждаем. Чуваки, быстрее побеждайте уже. А тут вообще чуваки с одним пулеметом ходят. Я вот не понимаю, какой смысл с одним пулеметом ходить там. Или у него остальные отбили, типа. Или что? Ну, победа. Это хорошо, в принципе. Может, что-то мне дадут. Ну, не особо, я смотрю. Ну, 5 боев, смотрите. Ежедневное задание. Так, эскейп. В гараж, да. Нужно посмотреть, может быть, можно взять какие-то новые задания. 5 боев, это ж типа просто ежедневка какая-то. Да, и... И что мне за это дали? Топливная бочка или что? Так, не хватает металлома. А где ж мне металлом взять? У меня типа одна штука этого аккорда. Или что это? Ой, не хочу торговать. Ой, не хочу торговать, блин. Вот, домкрат у меня есть. Но он расходует энергию, поэтому нафиг его. Значит, оазис. Баллон с краской. В этот цвет можно покрасить почти любую деталь. Oasis Games, нафиг. Да. Бочка. Бочка это хорошо. Так. Значит. Ку. Вот так вот. Во. Вот теперь мы сможем зарабатывать топливо, только нафига оно мне нужно, я не понимаю, но тем не менее, факт в том, что мы можем это делать, это уже о чем-то договорит. Так, значит, и в бой, в бой. Да-да-да, типа домкрат, лучше бы аккорда мне дали, хотя аккорд может у меня есть, вопрос... сборка. Не, вроде нету. У меня один, в смысле всего один был. Так, так. А продавать эти детали можно? Я бы продал. Хотя, кто их покупает, вопрос. То есть, тут типа живые люди, если не хотят покупать твои детали, они вряд ли захотят мой аккорд покупать или что-то подобное. Белые детали какие-то. Думаю, они очень непопулярны.
Минус один. Минус второй. Вот, блин, вот это будет прикол, если они нас это сапают. Все, я последнего добил. Еее! Ну, неплохие пока что рейтинги. О, награда, как раз аккорд мне дали. И бензин. Видите, вот, бензин спокойненько себе фармится. Может быть, я его продам? Хочу продать бензин. Чуваки, как мне продать бензин? Можно его вообще продавать? А то как-то вообще фигня какая-то. Вот. Пополняется каждый день. Это типа стамины, да? Ну тогда остается... нет. Давайте, короче, еще одну пушечку нашу. Еще один аккорд у нас есть. Хотя вот это вот... продать. А, ясно, то есть можно от 100 продавать. Прикольно. Ну, я бы порыжил бензинчиком. Так. Не хватает 2 единицы энергии, окей. Знаете, что я сделаю? Я... так. Вот это вот передвину вот сюда. Так. Ну, кроме как так, я не вижу никакого смысла ничего делать. И вот так вот. А, стоп! Вот это вот старые какие-то, шершень. Сколько он расход энергии? Тоже 2. Так. Вообще, киш-киш-киш. Сборка. Вот это вот, как его удалить? Нет. Мне нужно корды вставить. Нельзя продать. Ну так тап, склад. Да. Я так понял, пусть он здесь, не знаю, как его удалить нафиг. Так. Делет. Что за бред? Что за бред? Ничего не понятно.
Почему? Во. А, другой кнопкой надо было. Все. Вот так вот гораздо лучше. То есть теперь у нас два корда. Аккорды это, несомненно, хорошо. Так. И пойдем дальше опять сюда. Будет три корда, будет еще лучше. Потому что корды, они типа лучше этих шершней. Не знаю чем, но лучше явно. У меня есть бампер, ура! Одному чуваку, короче, пушки все отстрелил. Ну, блин. Походу же всех наших уже убили. Смотрите, у тех уже какие машины, а у наших вообще давно. Понавешанные там и так далее. Блин, не повезло, конечно. Хотя я сам взял, ворвался. Но с другой стороны, допустим, один человек я ворвался. А все остальные как? В таком случае, они что же, получается, ворвались? Достигнуть уровня 3 фракции механиков. Эй, быстрее следующий бой. Я не хочу, если ждать, например. Если я не хочу ждать, вот скажите, что мне делать. Кстати, вот моя бочечка. Опять эта ненавистная мною карта. Опять меня убьют быстро очень. Блин, плохо управляется и лагает, и вообще, блин, какой жесть. А где наши? Наших уже поубивали нафиг. Ну, офигеть просто. То есть то для нубов место дали, типа, чтобы побеждать. А здесь уже таких победишь. Потому что здесь какие-то нагибаторы. О, какая пушка. Красавчик. Бамс. Я, короче, стреляю. Да ну быстрее уже. Блин, кто-то кого-то давайте. Тут нету вообще, не было никакого смысла. Серьезно, даже опыта не дали. И какой смысл мне играть в это говно? Скажите мне, пожалуйста.
если мне даже опыта не дают. Я же как бы кого-то поранил там. То есть, если я поранил, я должен был получить чего-то. А выходит, нет. Выходит, короче, ты можешь вообще даже опыта не получать в этой игре, потому что все будут тебя, короче... Слушайте, у меня уже бомбит. Если у меня бомбит от игры очень рано, это значит, что это плохая игра. Да. В Naruto Online, чтобы меня начало бомбить, я играл до этого где-то несколько месяцев. То есть, меня начало бомбить, когда все донатить начали. А здесь же меня бомбит с самого начала. Следовательно, блин, на третьем часу игры. Следовательно, это очень плохая игра. Так, ну я ж не пыдло. А, это наш. А вот это не наш. У меня одна пушка осталась. Я уезжаю, короче. Пошли перемагать. Так, так. Причем как раз самое неэффективное. Ну я опять никого не могу убить. Это что, эти коты получаются говняные пушки? Или как? И опять мне нужно ждать, смотреть, как они тут разбираются. Где вообще хоть одна команда, где бы наши нагибали? У него, смотрите, уже новая кабина там. Колеса тоже вроде бы другие. И бочка, кстати, есть, прикольно. Да? Ну, в этот раз хотя бы репутацию получил за что-то. Где, блин, бой? И награда опять 10 металлолома. Отстрел детали. О, первый урон 10, отстрел детали 50. Ага, первый урон. То есть за первый урон дают 10. Так что, получается, тогда я вообще урона нифига не... Уничтожьте всех врагов до истечения времени матча. Угу. То есть или захватить, или уничтожить. Но эту карту я люблю. Хотя, что это вообще за карта? Не знаю, что это за карта, но я ее люблю уже. Чё здесь за дрифт? Дрифтовая карта, нафиг. Да. Жесть. Действительно, как безумный Макс. О, вижу чувака. Прости, чувак. Так, ты убегаешь, да? Ну вот, в этот раз мы типа нагибаем. Так, 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 так. Бам. Красавчик. Стрелок! Как в сталкере, стрелок. Долбанный онлайн игры. Все же люблю. Я помог им или нет? Так. А чё тут враги, короче, а мы их не убиваем. Да? Вы что, вообще не имеете пушек, что ли? Смотрите, это чё, боты со мной играют или что? Я не понял. Я вот спокойно езжу, всех убиваю, короче. Дела. Лучший игрок. О, я получил лучшего игрока, видите. И победил даже.
Есть, новый уровень. Получил бензин. Получил радиатора рутины. Снижает что-то там. Куча нашивок, прикольно. Так, блин, тут можно и зависнуть, слушайте. Я ж вроде говорил, мы получим следующий уровень и все. О, окно фургона, чертеж гадюки. Так, твоя репутация растет в стране, коснее размер машины, которую ты можешь построить. Да, размер имеет значение, девушка. К тому же тебе стало доступно больше деталей и конструкции, устанавливая их на машину, чтобы повысить ее прочность. Да, я знаю. Я знаю, если бы я не знал, то я бы не побеждал. Да. Смотрим, окно. Масса больше прочности, все дела. Крыло. Край фургона. 25-56. Нет, ну это вообще дерьмо какое-то. Радиатор вот. Но у меня не хватит, наверное, этого. Да. Самый малоэффективный пулемет. Блин, ну здесь ничего нет вообще. То есть, ну вот разве что решетка радиатора, ее можно использовать. Вот эти же, ну то есть, они неэффективные. То есть у них масса больше, чем прочность. Вот, например, вот здесь вот пусть будет. Так. А я не могу сюда, что ли, крепить его? Так. Как это я не могу? Вот так вот могу, да. Во. Ну нет. Наоборот. Так, так. Во. Вот так вот, я понимаю. Да, красава. На один выстрел, конечно, но красава все равно. Блин. Не, неплохая игра. Мне понравилась, в принципе. Ну, а на этом мы, пожалуй, закончим серию. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если она вам тоже понравилась. Иногда я буду в эту игру заходить, поигрывать. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.